почуттів, вир пристрасти та емоції. А все тому, що дев'ятеро небайдужих співають про непереможне, нездоланне, непереборне кохання. Серега, кому, як не твоєму останньому підопічному, знати, як багато криється у цьому слові? Тож, ми завмерли в очікуванні. Оксана, дело в том, что Владимир Иванович не только знает, что такое любовь, он и показать может, если что. И он достоин уважения, во-первых, потому что он настоящий человек, во-вторых, потому что ему 71 год, а в-третьих, да потому что он предпочитает вокал бокалу. Встречайте, Владимир Иванович Куликов! Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Дай Бог, дай Бог. Это абсолютно песня Владимира Ивановича. Это его обращение к человечеству. И першим сьогодні радісну звістку почує. Такое тепло идет, когда мы так стоим, вот все вместе, вчетвером. Чувствуется один дух у нас. Володимир Куликов! И дедушку отпустили, все. Все. И хорошо. Рад я за него тогда. Ну, ребята, ну я не виноват, ребята, не виноват я. Я болею за Куликова, потому что, ну, всегда все исполнения его песен пробивают на слезу. Я выражаю, значит, мнение своих подружек, и они все будут за него голосовать. Вы мои внучки напишите. Внучки, Анечки. А дедушки Вова, он поет песню «Синатры. Моя жизнь». У меня слезы потекли. Настолько он мне понравился. Ну, свидания не назначают, так что... Нет, ну я шучу, конечно. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрая песня такая, да? Песня классная. Ну, она такая. Как сказка, которая рано или поздно кончается, но жаль того, кому ни разу в жизни не рассказали эту сказку. Ну что, попробуем тогда. В этой песне он точно будет понимать, кому и о чем он поет. Провели его семью, всю жизнь вместе. Тут можно позавидовать просто. Ценим друг друга, заботимся друг о друге. Так оно и должно быть, а что? Я уже вижу на вас этот роскошный костюм, троечку. У мене з приводу цього учасника завжди є лише одне побоювання, що в якийсь час глядачі вирішать, а навіщо нам такий дорослий виконавець? Я вірю чоловіку, у якого за плечами огромний життєвий досвід, сім'я і повні очі любові, щастя, емоцій. Чоловік може чудо завершити і пожертвувати навіть собою ради цієї любові. Владимир Куликов. Как с чего начать мою историю, чтоб вновь не повторять, но любимые, чтоб вновь мне рассказать, мой рассказ и с чего начать, а его начать. Как мне объяснить, что иногда живется так, как хочешь жить, что...
что иногда бывает так, как должно быть. Как объяснить вам, что такое полюбить? Как объяснить без слов и фраз, которым слух привык? Любовь у нас не то, что у других. Строкой строка пусть берегут и сохранят века тепло твоей руки в моих руках. Началась давно моя история, но знаю я одно: пусть дни уходят безвозвратно, все равно я каждый день и часто жду ее живу. Я так люблю. Произнес была любовь, любовь была. Володимир Куликов на сцене шоу «Х-фактор». Володимире Івановичу, не зважаючи ні на що, я пишаюся вами і милуюся водночас, якою непідробно проникливою вийшла ваша історія кохання. На 3 хвилини завдяки вам я, і не лише я, занурилися у світ такої світлої, чистої любові і взаємності. Дякую вам за це. Йолочка, бачу, тобі лірична розповідь припала до душі. Да, я теж слегка розтаяла. І знаєте, о чем я думала во время этой песни? Я действительно очень хочу пожелать себе и всем, кто нас сейчас смотрит, вот эту свою сокровенную любовь пронести сквозь всю жизнь, оставив ее такой же светлый, такой же красивый. Спасибо вам большое за эти, за то, что эти мысли посетили Спасибо. Мою голову. А еще я бы хотела Владимира Ивановича отметить как очень способного ученика в его возрасте. Дело в том, что я знаю, кое-какие замечания вам делали педагогу по вокалу. Вы от эфира к эфиру все лучше и лучше звучите. И это очень здорово. Счастья вам, здоровья и хорошо, что вы у нас есть. Спасибо. Спасибо. Дякую, Йолочка. Сергею, ви слухали Володимира Івановича з якимось лагідним зачудуванням. Да, потому что мы услышали еще один шедевр о любви. История любви Фрэнсиса Лэя. Русский текст, правда, не помню, какого поэта, но это и не важно. И не беда, что Владимир Иванович забывает тоже слова песен. Муслим Магомаев, кстати, тоже этим грешил, да. Но сегодня здесь был и Фрэнк Синатра, и Марк Бернес, и Валерий Ободзинский. Вот вся старая школа советская, эстрадная, высокая школа, крепкая школа. Как это здорово, что вы ее несете. Я за это. Правда, все-таки последний слог, да, «любовь была» и «ла», вы, Владимир Иванович, перетянули. Я бы не тянул этот слог, но слово «была» не то слово, которое надо тянуть. Просто надо было лирично и мягко закончить. Все-таки а так было все великолепно. Каким же вы бываете занудой, Сергей Васильевич? Игорю? Профессия обязывает. Я не буду нічого казати. Я, слухаючи вас, розрадився віршем про вас.
Ага. Учасник Куликов все знає про любов. Його історія кохання, його історію кохання я можу слухати до рання. Спасибо. Дякую. Справжній шедевр, Ігорю. Спасибі. Серега, я вам вклоняюся з Володимиром Івановичем за цю пісню і за те, що коли вона лунала, я нарешті побачила, наскільки замріяним ти можеш бути. Оксана, спасибо, мені дуже приємно. Владимир Иванович Куликов выходит на эту сцену не потому, что он профессиональный артист. Он никогда не утверждал о себе подобного. Мы помним момент, когда профессиональный артист Валерий Меладзе выходил на эту же сцену и два раза сбивался в своих же песнях, которые он сотни раз исполняет. Валерий Меладзе в два раза младше Владимира Ивановича. Но мы сейчас не об этом. Владимир Иванович здесь для того, чтобы дарить людям эмоции. И зрители эти эмоции получают. Услышали они все слова, либо не услышали. Если я не прав, я могу быть не прав, я субъективен. Я хочу вам сказать спасибо, Владимир Иванович, что вы с нами, и что вы каждый раз доказываете себе и нам, и показываете чудеса, и мы знаем, что есть к чему стремиться. 25+, мы помним времена, когда мы плоскогубцами переключали телевизор. Переживем этот эфир. Дякую. А спасибо, что вы дали спеть мне эту песню. Я ее, в принципе, первый раз пел. Спасибо большое. И поработали Сережа и Ерика. Спасибо вам большое. Володимир Иванович, теперь слово за тими, чиє серце не зачерствіло, у кому ще жеврюють почуття. Хто знає, як це любити до останку. Тобто за вами, наші глядачі, я впевнена, ви вмієте любити. А якщо так, то не залишайтеся осторонь. Не покидайте цього чоловіка на призволяще, і коли відкриються лінії для голосування, телефонуйте за номером 0900-102-011 або надсилайте смс з кодом 11 на номер 7766. Тільки якщо ваших голосів буде вдосталь, Володимир Іванович зможе залишитися у X-факторі. Удачі вам сьогодні. Дуже сподіваюся, що вам сьогодні пощастить. Це був Володимир Куликов. Ігорю, сьогодні ти вже заслужив титул небоязкого експериментатора. Тож, я так розумію, зараз на нас знову чатує якась несподіванка. Чи я помиляюсь? Зараз буде найенергійніша несподіванка сьогоднішнього вечора. Ми тут співаємо про любов, кохаємо, думаємо про те, що було і як воно буває. Але так драйвово, як вам зараз покаже наступний учасник, у вас не у всіх було. Зустрічайте, Роман Веремейчик. Страшно очень. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителей. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Ромо, вибач, будь ласка, але зараз я змушена це сказати. Мамочко, вибач, будь ласка, що я сьогодні тобі не зателефонувала. Я хочу сказати родителям, що я їх дуже-дуже сильно люблю. Глядацькому вердикту радітиме іще один учасник. І це Роман Веремейчик. Пускайся, думаєш, фух. Надо готовиться к четвертому эфиру. Три эфира отстоял. О, Рома, Рома. О, Ромочка, молодец. Мы болеем за Романа. Да, Рома! По-моему, самый искренний, самый крутой и самый голосистый участник X-Factor. Очень приятно, и я очень смущаться начинаю. Как-то мне такое ощущение, что ну, эти люди больше обо мне знают, чем я. Парень, да, способный, очень талантливый. Чтобы он не терял свой главный козырь, это, конечно, искренность. Ты год тому назад такой же самый был. Но ты ходил, тебя не замечали по улицам.
Вот тебя показали по телевизору, и кто-то записал тебя в свои, не знаю, идеалы там, к примеру. Мы вчера смотрели как раз. Еще мам, родители своих заставили смотреть. Сегодня смотрели повтор. Да. Мы за тебя болеем. Все. Держись, молодец такой. И начнем с того, что ты мне зараз расскажешь про что эту песню. Я только сегодня понял про что. Хотя, кстати, может, ошибаюсь. Ну, это песня про любовь в любом случае. Я не понимаю, почему из Ромы вот делают какую-то такую конфетку. Он должен быть как-то вот мужикастее, что ли. Нужно ли ему меняться? Ну, это вопросы, на которые должен отвечать Кондратюк. Это его головная боль. А мне бы очень хотелось закрыть Рому в пустой комнате, чтобы там не было никого, и понять, как он может на отрыв исполнить эту песню. Это сумасшедшая чувствующая душа. Просто нужно найти этот нерв обнаженный и так потрогать. Но если человек действительно любит, да, и понимает, что он не может быть с ним, он ее отпускает и любит, и просто благодарит Бога за то, что она вообще есть на этом свете, и за то, что она жива и дышит воздухом. Роман Веремейчи. Більше нічого не бачу, нічого не чую, і я вже не я. Закінчиться ще один день, а це значить, ти скоро підеш, і закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні не йди. Треба, та сили все менше, і ти вже давно не сама. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні не йди. Душа не дає, і очі твої, то моя небезпека, і ті ж самі очі, то щастя моє. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні не йди. Мовчати, але ти все знаєш, мені витікати, але ж ти не даш. Чи так буде завжди? Гей, хоч сьогодні не йди. Так
Роман Веремейчик на сцені шоу «Х-фактор». Рома, я впевнена, що зараз зі мною погодяться усі, хто бачив і чув тебе щойно, що тобі надзвичайно пасує таке бурхливе і чуттєве водночас шаленство. Я збентежена і дуже задоволена, насправді. Щойно вся Україна побачила, наскільки глибоко і по-справжньому ти вмієш переживати. Єлочка, як тобі здалося? Поздравляю, Роман, з новим образом. Мені показалось, или стал ты немножечко мужикасти? На самом деле, признаюсь, в отличие от моих коллег, меня все устраивает. И в предыдущих выступлениях, и в сегодняшнем выступлении. От меня твердая пятерочка. Дякую. Серега, слухаем от тебя. Роман, от выступления к выступлению всегда высокий уровень. Так хорошо, что аж скучно уже. Вот. Но это я в хорошем смысле этого слова. То, что ты осмеливаешься уже в публику, так сказать, вбегать, говорит о том, что ты достаточно профессиональный артист. Но тот факт, что ты возвращаешься из публики без цветов пока еще, говорит о том, что тебе есть еще куда расти. Чего тебе и желаю. Спасибо. Дякую. И Сергей. Я вообще должен сказать, что тебе очень подходит сценический образ Вакарчука. Игорь, что ты делаешь с парнем, что он так страдает? Как тебе это удается? Там нормальное страждание. Про украинское кохание. Тебе не понять. Ну так переведите. Давайте. Ну так переведите. Перш ніж Ігор відповість, давайте послухаємо Сергія Васильовича. Він так хотів побачити Романа неспокійним, неврівноваженим, не статуарним. Справдилось? Да. Да все уже знают, что я неровно дышу к этому артисту. Мне особенно приятно в этом случае, что мои советы, требования, пожелания выполняются. Пусть и со скрипом, и кто-то ерепенится, а все равно идут по правильной дороге. И образ более мужественный и более юношеский создан. И как артист раскрылся, да, посмотрите. Я говорил, что ему бы попеть песни Билана. И сегодня мы увидели, как песню Вакарчука, прекрасный, кстати, хит и прекрасная вещь, как ее исполнил бы Дима Билан. И прыжочки были эти, и ужимки, и манеры. Но, и все это получилось, и мы получили нового артиста. Билана так бы вышло. Как это ярко, да? И он мне напомнил Билана. А Билан — это суперпрофессиональный артист. И быть достойным его — это большая честь. Таких артистов очень мало. И Ромочка идет по этому пути, пути профессионализма, уровня. И я Димочка. Просто счастлив, что и этот костюм тебе идет, и ты показываешь свои бицепсы, мускулы, у тебя все есть, тебе есть что показать, и слава Богу. А вот усики и бородку до сих пор не отрастил, бесстыдник. Сергей Васильевич, головне, что он умеет спевать. Дякую. Игорю, нарешті, каже. Пустили критика в цвітник. Я заспокоївся. Насправді він думає не про тебе, а про Діму Білана. Диви, Рома, ну, не треба тебе захвалювати. Реально, я радий, що ти вирвався з образу лірика, такого статичного. Можу тобі сказати, що за твій верх 12 балів. Йолка, 5 балів в п'ятибальній системі, я надіюсь? По п'ятибальній. А, у нас 12-бальна зараз в Україні, щоб ти знала. З низом ще можна працювати, в смислі треба більше танцювати. Я думаю, наступного разу ми вріжемо ще енергійніше. А загалом, це був гарний виступ. Посмотрите, у нього навіть взгляд другой став. Мужественний, жорсткий, смілий. Уже лукавства почти нет. Дякую. Та угомоніть, Сережа, йо. Дякую, панове судді. Я починаю трохи втрачати рівновагу стосовно вас. Рома. Оксана рівнує. І це правильно. Рома, подивись. Я не вірю, що хтось лишився байдужим до твого співу. Хтось, кого ти не зачепив своїм співом. Слухати тебе дійсно велика втіха. Та чи зможемо ми насолоджуватися співом Романа за тиждень? На жаль, зараз питання без відповіді. А знаєте цю відповідь тільки ви, шановні глядачі. Якщо ви не хочете, аби вже сьогодні Роман
дізнався, яке на присмак розчарування і покинув X-фактор назавжди, телефонуйте 0900 102 008 та надсилайте смс з кодом 08 на номер 7766. Але тільки після того, як я оголошу про початок голосування. Усі надії Романа зараз покладені на вас, тож не підведіть його. Рома, очікування нестерпне, але поки що тобі лишається тільки чекати. Дякую тобі. Це був Роман Веремейчук. Ви ще не знаєте, але відтепер все те, що лишилося за кадром, те, про що ми не сказали у прямому ефірі, те, що приховують наші учасники, ви зможете дізнатися на шпальтах журналу «X-Factor». З понеділка шукайте журнал у газетних кіосках. А зараз я змушена із сумом констатувати, що попереду у нас лише два виступи. Але повірте, ці два виступи коштовні такою замріяною, святковою, проникливою, радісною Світлану Вінник ви ще не бачили, не чули. Вона влаштує коротку, але пам'ятну подорож до найромантичнішого міста світу. А історію Аркадію і Маляки без сліз слухати просто не сила. Настільки невдаване. Одне на двох страждання вони будуть переживати. За кілька хвилин ми знову будемо з вами. Не перемикайте. Тут народжується легенда.